Глеб, я, наверное, даже не выдержал, сниму для тебя и для деда Игоря видео это. Ты посмотри, какая машина пожарная красивая. Просто она какая. Сам дядя пожарный. Поехал, Глеб. Пошел, проверил, все нормально. И решил, что дальше поедет. Я вам, малышня, еще вечером скину видео все. Там посмотрите. Вот я малявок ваш всех защекотаю и задогоняю.